после утверждения плана о принятии в странах Евросоюза 160 тысяч беженцев кризис не прекратится, и через полгода опять начнутся разговоры о принятии новых мигрантов, заявил журналистам в среду депутат Европарламента, бывший глава МИД Латвии Артис Пабрикс. Я не исключаю, что новый план председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о 160 тысячах беженцев будет принят. Однако если мы принимаем такой план, то, на мой взгляд, он должен быть принят вместе с пакетом действий, потому что мы все знаем, что с принятием 160 тысяч беженцев кризис не прекратится. Есть очень много вопросов, связанных с тем, как мы будем действовать дальше, потому что через полгода Еврокомиссия вновь может призвать принять еще 200 тысяч беженцев. Это не может продолжаться бесконечно, сказал Пабрикс. По его словам, в результате принятия нового плана о беженцах в Латвии, возможно, придется разместить у себя около 500-600 человек. С одной стороны, 500 человек для Латвии, это немного, если бы на этом все закончилось. Я думаю, что нашему правительству еще вчера следовало предоставить план о том, где потенциальные беженцы в Латвии будут работать, на каком языке учиться и так далее. Я считаю, что каждый потенциальный беженец должен подписать договор с тем государством, которое ему предоставляет убежище. Тогда у государства, с одной стороны, будет возможность помочь мигрантам, а с другой стороны, дать понять, что конкретный беженец и его семья должны как-то ассимилироваться и интегрироваться в то общество, которое его принимает, считает евродепутат.